интересная работа для тех, кто здесь будет находиться. Чем вас и поздравляю. Рабочая неделя началась празднично. 3 месяца ремонта позади. Сотрудники коммерческого департамента ТНВ оценивают свои новые рабочие места. Здесь у нас зона маркетинга. Пространство поделили на зоны. Кабинет руководителя, место встречи с рекламодателями, отдел трафика, медиапланирования. Здесь трудится 30 человек. Для современной рекламы новая техника. Новое помещение – это новый этап в развитии коммерческого департамента. Это новая мотивация. Стабильность сотрудников, вдохновение и, соответственно, новый уровень взаимодействия с нашими уважаемыми рекламодателями. Сергей Кондратьев уже принимает заказы. Организация личного пространства, говорит он, для креативных идей только в помощь. Общая атмосфера как бы изменилась, когда просторно и работается легче. С праздничным настроением сегодня пришли на работу в этот новый зал. Телеканал ТНВ работает с партнерами из Татарстана и российских регионов. Производство и продажа рекламы должны быть на уровне. Рекламное дело очень важно для нашей компании, потому что он обеспечивает ее жизнедеятельность, обеспечивает нашу полнокровную жизнь. И поэтому я знаю, что здесь работают очень хорошие, очень замечательные, я бы даже сказал, лучшие специалисты, которые умеют работать с контентом на разных языках. И поэтому очень важно было создать для них хорошие, я бы сказал, даже замечательные условия для работы. Обновленный коммерческий отдел – лишь часть большого ремонта на ТНВ. В комфортных условиях уже работает редакция новостей. Меняется техническое наполнение канала. Анна Городнова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.